сегодня болеешь? За себя, естественно. За кого еще? Ты за себя проголосовал уже? Да, вся семья проголосовала. Кто из вас самый стильный, ты или мама? Я, конечно. Самый стильный однозначно. Что на вас сегодня? Что за лук? А ну начнем. Значит, у меня сегодня кроссовки Nike, потом это такие черные штаны Дизель, потом здесь это красный свитер Moncler и куртка Burberry. Все красиво, элегантно и модно. Ребята, ну что, кто вас одевал, стилист или вы сами? Меня одевал стилист Гриша, он где-то здесь. Да, тоже. Я маму попросил выбрать там какую-то одежду, она мне что-то накидала, но я одел. Кто самая стильная девушка в Москве? Я голосовала за себя, просто потому что такой же у меня характер, всегда голосовать за себя в таких ситуациях. Конечно. Какая у тебя любимая песня Big Baby Tape? Give me the loot. А можешь напеть? Я не готова пока. Ты не готова, да? Да. Как танцевать правильно под эту музыку? Просто я не знаю, мне не 12. Все наши как бы такие тинейджеры, скажем так, они как бы танцуют просто, ну как бы под музыку, а есть, конечно, а вот Яна может разъяснить. Ян, как танцевать под Big Baby Tape? Вообще, мои любимые это скорее зарубежные, такие как Ариана Гранде, Ники Минаж, Карди Би, просто обожаю. А родственники? Намекайте на моего папу? Ну, я люблю некоторые его песни, но вообще, я, ну, не самая большая его фанатка. Что делает девочку стильной? Вот чтобы стать стильной, что нужно сделать девочке своей внешностью? Ну, хоть чуть-чуть следить за трендами и не перегибать палку, носить только то, что ей подходит, и только то, что ей нравится.